Если бы тебя попросили для какого-то издания охарактеризовать себя, каким бы ты себя охарактеризовал? Саша Миненок, он какой? Добрый, позитивный, очень веселый. Бывает грустный. Почему иногда грустный? Иногда потому что, ну, бывают такие моменты, когда тебе грустно из-за каких-то мелочей. А как же талантливый, креативный? Талантливый. Ладно, креативный, я больше бы сказала креативный. Молодой, энергичный. Энергичный.